Снегоуборщики, тракторы МТЗ-82 и мини-тракторы МТЗ-320, два мини-погрузчика и новая автовышка с подъемником длиной 24 метра. Вся эта техника выстроилась в две колонны на площадке у Дворца спорта «Видное». Не за горами зима, подготовка к которой идет полным ходом. Вся техника новая, не старше 2016 года. Вся готова к эксплуатации в зимних условиях, обслужена. Ну и, по сути, могу констатировать, что к работе в зимнее время мы готовы. На смотре было представлено 40 единиц техники дорожного направления и 24 по благоустройству. Всего же в парке Дорсервиса более сотни автомашин. Тракторист Василий Саракин уверен, что он и его коллеги справятся с последствиями любой непогоды. Занимаемся уборкой улиц, тротуары, подсыпаем. Сейчас у меня подцеплена вот подсыпка. Это противогололедные. А так отвал и щетка. Убираем тротуары. В принципе, мы готовы к любому снегу. В ходе смотра участвовал глава Ленинского района. Валерий Венцель сделал ряд замечаний. 15-го года, вся, смотри, ржавчина, ее подкрашивать можно. А также указал на недостаточную оснащенность парка малой снегоуборочной техникой, которая позволяет очищать от снега дворы. Всего у нас техники 112 единиц. Явно этого недостаточно. Мы сейчас будем смотреть по нашему бюджету, по экономии, для того, чтобы приобретать еще дополнительно такую малую механизацию, чтобы можно было заходить во дворы. Но я, в принципе, оцениваю готовность высокую. Глава района отметил, что в ближайшее время в планах проинспектировать подготовку к зиме автобаз, а также наполнить их обязательными запчастями на случай поломок техники. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Сергей Ларин, «Видное ТВ».